снова отправится в тюрьму. В Челябинске суд рассмотрит дело водителя, который устроил смертельное ДТП на улице Даватора. Челябинец попал под статью «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Теперь материалы уголовного дела рассмотрит Центральный районный суд. Напомним, авария произошла в августе прошлого года. Вместе с женой Евгений Стрельников ехал за рулем ВАЗа 12-й модели. По данным следствия, прав и страховки у него не было, а за рулем он находился в нетрезвом состоянии. В итоге протаранил другой автомобиль. После от удара машину отнесло в электроопору. Легковушку буквально разорвало пополам. Супруга нарушителя скончалась на месте. Да нет, его увезли. Он вылетел нафиг, каким-то чудом вылетел на дорогу. Она была впереди? Она на пассажирском так и осталась летать под машиной. Без матери остался ребенок от первого брака. Ранее мужчина был судим за убийство, освободился за месяц до смертельного ДТП. И вот теперь он может снова отправиться за решетку.